Знакомимся с площадкой Global Lab. Global Lab – это онлайн-среда, направленная на участие в совместных исследовательских проектах педагогов, школьников и их родителей. Global Lab предлагает педагогу современный ИКТ и мультимедиа насыщенный инструментарий для организации проектной и исследовательской деятельности школьников при реализации ФГОС нового поколения. Большинство проектов Global Lab носят междисциплинарный характер и посвящены исследованию событий и явлений реальной жизни. Проекты Global Lab могут быть привязаны к темам школьной программы по совершенно разным предметам, а могут выходить далеко за их рамки. Проекты Global Lab могут использоваться в качестве элементов или основы урока, в качестве вариантов домашнего задания, в качестве элемента или основы внеклассного мероприятия. Каждый проект включает следующие блоки: информация или описание проекта, исследование, результаты, обсуждение, дневник исследователя, участники и блок «Заполнить анкету». Суть каждого проекта заключается в том, что каждый участник сначала должен прочитать информацию по данному проекту, то есть чему посвящен данный проект, а затем изучить раздел «Исследование», цель проекта, что нужно сделать для проекта. Далее он делает небольшое исследование или эксперимент, и только после этого участник должен заполнить анкету. Результат исследования загружается в общее хранилище Global Lab и доступно всем участникам. То есть все участники проекта могут посмотреть результаты исследования других учеников, что помогает увидеть разную точку зрения на проблему проекта, углубить свои знания по теме проекта. Весь этап работы над проектом ученик выполняет на площадке Global Lab, а не на внешних ресурсах. Особых знаний по предмету не требуется. Акцент идет на имеющийся опыт ребенка и на возможность ребенка сравнить свои ответы с ответами других участников. Список всех проектов площадки Global Lab можно увидеть, перейдя по вкладке «Проекты». И каждый учитель, исходя из возраста, возможностей, особенностей своих детей, может выбрать для них проект. Наиболее популярные и интересные проекты для учеников в этом году оказались «Насколько ты уникален», «Дневник читателя» и «Завтрак съешь сам». Давайте рассмотрим один из проектов более подробно. Итак, проект «Завтрак съешь сам». В блоке информации представлено некоторое описание данного проекта. В блоке исследования показана цель, гипотеза, необходимое оборудование и непосредственно алгоритм работы над проектом. Какие шаги ребенок должен сделать в ходе выполнения данного проекта. После того, как он изучил сам алгоритм или протокол исследования, он заполняет анкету. Свое местоположение на карте, возраст. А дальше среди вопросов он выбирает варианты ответов. То есть здесь как раз используется тот опыт, который уже имеется у ребенка. Он может выбрать один вариант ответа, может выбрать несколько вариантов ответа. То есть, что он кушает на завтрак, отличается ли его завтрак в будни от выходных, что он кушает в будни, что он кушает в выходные, вообще завтракает ли он или не завтракает. Кроме вопросов с выбором вариантов ответа, здесь возможны вопросы, на которые ребенок отвечает одним словом или предложением, то есть дает свой ответ на поставленный вопрос. Ну вот, например, ваш любимый завтрак, то есть ребенок здесь может поделиться рецептом своего любимого блюда. Есть вопросы обязательные или необязательные, то есть если вопрос необязательный, значит ребенок может на него не отвечать. И также есть вопросы, требующие отправки фотографии или рисунка. Ну, чаще всего это вопрос тоже необязательный, если имеется возможность. После того, как ребенок ответил на все вопросы, он нажимает «Отправить данные».
и его результаты сохраняются на площадке. Для того, чтобы посмотреть результаты, ребенок, свои результаты и результаты других учеников, ребенок может нажать на вкладку «Результаты». И все ответы участников здесь появляются. Результаты оформляются в виде схем, в виде диаграмм, в виде... вот они появились. В виде схем, диаграмм, в виде текстовой информации, то есть те ответы, которые учащиеся давали в виде текста. То есть ребенок может посмотреть, да, он ответил на вопросы, касающиеся его завтрака, он может увидеть результаты других учеников. То есть, да, а что едят другие на завтрак, отличаются ли завтрак других детей в будние дни от выходных, то есть сравнить свой ответ с ответами, с результатами других учеников. Вот те картинки, которые дети могут загружать. Ну и, естественно, список всех анкет, которые заполнялись, также остаются на площадке Global Lab. Спасибо за внимание.